Здравствуйте! В этом видео я хочу показать вам, как скачать и установить лут-фильтр. Заходим на официальный сайт PassiveExil. Найти его очень просто, можете писать в Google PassiveExil, можете просто сразу в браузерную строку. Заходим на форум, вот форум, нажимаем поиск. И пишем лут-фильтр. Вот, я уже его искал. Находим лут-фильтр. Сейчас его найдет. Вот, лут-фильтр. У нас. Нажимаем скачать лут-фильтр. Можно про него прочитать, что именно он там фильтрует, но... Это можете, конечно, выбирать лут-фильтры, какие хотите. Сохранить файл нажимаем. Давайте сохраняем его. Вот. Теперь открываем папку с нашим файлом. Нажимаем его «Вырезать». Теперь открываем документы. Вот этот компьютер, документы переходим. Дальше переходим «My Games». Дальше PassiveExil. И здесь вставляем. Вставить. Ну, заменить файл. У меня просто он уже был, наверное, поэтому... Вот, заменяем его. Теперь заходим в саму игру. Нажимаем «Настройки». Интерфейс, прокручиваем вниз, и вот здесь список фильтров. Выбираем тот фильтр, который мы только что скачали, вот он. То есть у нас тут стоит, скорее всего, у вас стояло нет, вы выбираете вот это, нажимаете сохранить. Все, сохранено. И все, лут-фильтр установлен. Дальше играйте, вам будет все подсвечивать, там показывать, что выпадает. Спасибо за внимание, если видео было полезным, поставьте, пожалуйста, лайк, и всего вам доброго, до свидания.